В этом видео много мата и угара, поэтому оно не рекомендуется никому. Всем привет, с вами Дизик, и со мной сегодня... Как тебя называть? Сухов, называй меня, так. В общем-то, Супер Кинг 996. Да, да, именно так. Бля, вот я не понимаю, какой Питер делал эту карту. Здесь, короче, дохера от этого зеленого говнища. И все это звучит так, как будто мужики в бане дрочат, а мы посреди всего этого... Не, ну чувак, это слизи, они в обычном мире тоже есть, просто тут они спавнятся в несколько раз больше. Блин, ну смотри, сколько этого говна, это такое и рейп на самом деле. Ну, блин, слушай, я не так часто бываю в банях, где мужики дрочат в многером, но, наверное, это звучит так примерно. Не, чувак, понимаешь, просто прикол в том, что их просто слишком много. В общем, давай начнем тогда. Я не знаю, где тут точный спаун, потому что там тупик полный. Туда мы еще не ходили, но думаю, тут начало. Еще какие-то зеленые яйца выпадают бесконечно. Это называется слизь, чувак, сгусток слизи. Это похоже на яйцо, ну ладно. Ладно, я не назову. Еще один клон Александра Градского тут, надо его замочить. Думаю, никто, включая меня, не знает, кто такой Александр Градский. Ладно, неважно, на самом деле карту сделал, короче, Гентек. Нет, чувак, так называется сама карта. В общем-то, так, тихо, я читаю, что написано тут. Вот ты начинаешь, блин, господи, не слизи. Заебали эти пидоры, ну сколько можно? Вот ты начинаешь путь до МЕ-2. Он будет долг, но ты не должен ее, но ты должен ей, ее найти и узнать, что же здесь творится. Ее найти, это типа такой литературный... Ну я не знаю, это написано... Он будет долог, но ты должен будешь должен ее найти и узнать, что же здесь. Судя по всему, мы в какой-то тюрьме находимся, потому что... Я не знаю, ладно, пойдем дальше. В Воркута, видимо. Смотри, овцы ходят, может, там можно отпедрить кого-то. Это новое для заключенных политик. Да, господи, чувак, ты просто никогда не играл в Майнкрафт, сознайся в этом. Я играл в Майнкрафт, но... Не верю тебе. Блин, ну это на тюрьму похоже, реально. Так, тихо, дом, нужно переночевать. Хочешь? О, боже. С тобой переночевать? Не, погоди. Что ты в жопу с тобой ночевать? Он как-то странно кровать расставил. Нас чё трейпят эти пидоры грёбаные? Своими зелеными яйцами. Нет, чувак, это слизь. По самой гланды нам эти яйца... Знаешь, мне почему-то показалось, что кровати стоят как свастик. Я как бомж могу в пруду вымыться. В фонтане. Чувак, сохраняться не нужно, пойдем просто отсюда, потому что... День ПДВ, я в фонтане, ладно. Блять, сколько можно? Просто беги от него. Два раза нажми на W быстро. Пиздец, как они заебали меня. Давай быстро на W нажми. Коровы слизни. Нахера делать было такую огромную дорогу без нихуя? Я просто не очень понимаю этого. Ну понимаешь, это не зря. Рубрика называется трэш-карты. Возможно, это Берлинская стена, и мы, короче, какие-то советские шпионы, которые должны... Ты видишь стены? Тут написано, видны стены. Ты видишь стены? Ну да, вот, например, стена. Мы вдоль нее идем уже несколько минут. Хорошо. Так, что тут написано? Черт, ворота закрыты, нужно найти запасной вход. Это ворота? Я не знаю, что это. Такие разве что глисты какие-то пролезут. А, вот эти ворота. Только ворота открыты. Ладно, в общем, идем давай. Думаем тут. Думаю, это есть потайной ход какой-то или что-то. Карта должна была называться «Вечер в Чернобыле», например, или что-нибудь такое. Да, в принципе, ты к этому идешь? Просто огромная пустошь, где куча зеленого говна прыгает. В общем, смотри, наконец ты на базе, найди архив. А знаешь, это точно похоже на сталкера, я не знаю. Как насыщенный сюжет, да, но архив-то... Вот смотри, две летучие мыши. Я уверен, что здесь где-то архив должен храниться... Вау. Наркотических веществ, которые принял автор этой карты. Не, ну это так продумано, вот я могу, например, уйти нахуй из этого места и пойти... О боже, чувак, давай иди туда. Не, ну тут просто какие-то вороны еще, а нет, это летучие мыши, видимо. Давай быстрее уже, тут что-то такое, архивы какие-то, давай, архив ищи, давай. Господи, чувак, меня сейчас убьют, давай, бей зомби. Да, бей его. Да, бей его. Почему-то у меня половины звуков нету в Майнкрафте. Блин, чувак, ты какого фига? Я думал, это солист группы Король и Шут. Все нормально, Чувак, Король и Шут — это хорошая группа. Чувак, я могу уже себе дом построить из того, что тут выпал. У меня нашел, короче, архив, видимо. У меня, правда, написано Айота. Как планинг был? А, Супер Кинг. Вот так вот. В общем-то, давай, собирай все эти самые. Давайте их отдам, если нихуя не понимаешь, что написано. Ну, давай. Это какое-то мерцающее чтиво. Это одна, и давай. Еще, возможно, это сага Сумерки тут хранится. Мы должны... Вот, я понял сюжет, короче, смотри. Мы советские шпионы, которые проникли в прошлое,
чтобы уничтожить написанную в прошлом же Адольфом Гитлером сагу «Сумерки», чтобы она не попала в будущее. Ладно, я тебя не понял. Блин, ну, в этих документах, погоди, в этих документах говорится о вирусе и антидоте от него. К сожалению, антидот очень вреден, а то вакцин... Что это такое? Нахуй нужен антидот, который вреден? Я не знаю, они все-таки сделали это ее... Погоди, есть здесь... Здесь идет речь о вакцине, которая полностью излечит от вируса. Они все-таки сделали ее, суки. Чувак. Все, иди нахуй. Я построил дверь. Давай, тыркай рычаг. Второй. Угадай загадку, разреши вопрос. Что стреляет в пятку, попадает в нос? Пердёшь, я не знаю. Я знал ответ. Господи, ладно, это все знают. Блять, так, тихо. Говно. Ты здесь, ну как ты умрёшь? Но это заканчивается первая часть карты. Надеюсь, она вам понравилась. Да, понравилось, пиздец, бля. Почему таблички диктуют мне нам свою волю? Я предлагаю убить таблички за их наглость. Не, чувак, понимаешь, сам... Блядь, эту карту сделали за 5 минут, тоже могу сделать какой-то ебучий бункер длиной в жизнь и нахуячить туда слизней так, чтобы мозг... Не, чувак, слизни сами спавнятся. Да. Свой сюжет для этого. Просто тут не было написано, в каком режиме играть, и... Так что... Сейчас мой вердикт, короче, напишу. Для этой карты. Ну давай, посмотрим его. Вот, обзор. Параша. Обзор завершён. Да, в общем-то, это ужасная карта. Серьезно. Нига. Знаешь, а, кстати, кто-то в комментариях пытается оправдывать такие карты. Говорят, что сначала сам сделай, а потом что-то говори. Блин, такое говно можно за 5 минут. Может, думаю, даже племянник 2-летний такой параш сделает. А, ему 2 года? Да, ему 2 года. Думаю, человек какой-то хуйню, про мужиков в бане. О боже. Ой, чувак, он идет к тебе. О боже, он идет, чувак, защищай меня. Да пошел ты. Я ухожу. Я запускаю себя в космос. Все, да. я нашел антидот от этого вируса. Это, короче, гора говна. Это земля называется. А ведь дверь. И кости. Это человек, который не играл ни разу в Майнкрафт. Я его закидаю его же яйцами. Возможно, это что-то изменит. Ладно, в общем-то, всем спасибо, кстати, за это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик и Суперки 996. Сухов. Не порти, а тебе впечатление. Ладно. Суперкинг. Суперкороль Бурито. Да, в общем-то, всем спасибо и до скорых встреч. А если вы и вправду не верите, что эта карта ужасна, то скачайте ее и сами в этом убедитесь. Ссылка в описании.